Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Штепа, и сегодня у нас краткий обзор электрического кроссовера Volkswagen ID.4 Cross. Поехали! Пятки поднял, уважение потерял, поехали! Данная модель представлена в Pro-комплектации. Это предмаксимальная комплектация, собранная на заводе FAV. Габариты ID.4 чуть больше Тигуана, а разгоняется эта красотка за 8,5 секунд до 100 км. Объем батареи 84,8 кВт. Запас хода будет зависеть от манеры вождения, от 300 до 600 км. Мощность двигателя 150 кВт. Это 204 лошадиные силы и 310 ньютон-метров крутящего момента. Наша модель ID.4 Cross идет на заднем приводе, что дает очень хороший радиус разворота. Спереди дисковые тормоза, сзади барабанные. 20-е диски. 20-е диски с разноширокой резиной и датчики давления шин. Эмблема в Pro-комплектации светится спереди и сзади. Боковые зеркала на электроприводе. В Pro-комплектации обтянуты черной пленкой и имеет светодиодный поворотник. Достаточно вместительный электроприводный багажник объемом на 510 литров открывается с ноги. И если опустить заднее сиденье, то добавляется еще 1000 литров. Да, постоим чуть. Хорошо. Давайте же теперь перейдем вовнутрь салона ID.4. Хочется отметить бесключевой доступ, это однозначно плюс. Данная модель Volkswagen оснащена автопарковкой, датчиками слепых зон, функцией удержания полосы и контролем выезда на встречную полосу, что сделает ваши маневры более безопасными. Также функция экстренного торможения в случае распознавания препятствия. Сиденье Алькантара, совмещенное с эко-кожей. Есть память и подогрев, а также массажер. Ай, хорошо. Ты это вставишь? Кожаный мультируль в Pro-комплектации с тремя режимами подогрева, адаптивный круиз-контроль и мультимедийное управление. Все исключительно сенсорно. Дисплей 12,3 дюйма. После подключения CarPlay все становится на русском языке. Здесь мы видим беспроводная зарядка, два порта Type-C, выход на 12 вольт и точно такие же два порта Type-C находятся сзади для пассажиров. Ну и безусловным плюсом модели ID.4 Cross Pro комплектации является тонированная панорамная крыша, которая открывается вот таким интересным движением. В любой момент я могу его остановить и вернуть обратно. Это был краткий обзор электрической модели от Volkswagen. Это, а также другие модели находятся в наличии в нашем автопарке. Также вы можете сделать заказ, и мы привезем любую электричку по вашему запросу. Скоро мы сделаем полноценный обзор для вас данного автомобиля. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете написать их в комментариях. Мы оставим все ссылочки на нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А сейчас бонусом. Вы увидите, как этот автомобиль выглядит в ночное время.